У Рикардо Эвокин? Да. Ладно, да и хотя бы. Рома, Влад тут сидит. Влад. Какой Влад? Все, пошла вторая часть спин-теста. Влад, они у тебя могут вы... Если они у тебя ПРП забрали спецсарацию, то ты можешь за это вар получить. У него, походу, говорит тут. А поставьте все, кто не могут говорить. Он спецсарацию не забирал. А, ну хорошо тогда. А ты зайдешь или нет? Говорить. У меня крашного, сейчас я зайду. Я ж там возражусь. Да, у них фогвьет. Всем здорово! Еще у нас похищение. Допустим. Флипа, машина, сядь Флипа. Я еще один, Костя. О, Рома, здорово. Да. Тимофей, убери своего пацана. У меня нет костюма. Включим сразу к нам варны. Пятый, да? Ой, Лев, пятый, четвертый. А у обычных третий. Угу. А, потом я тебе кое-что скажу. Рома, а ему скин, мне скин поменять? Ты где? Что тут патрули делают, блин? Иди ко мне, где ты? Лева, пропиши хп, Лева, у тебя хп нет совсем. Тут около смены. Ну, мне нечем похитить. Что за брониками, Лева? Рика, жди его. А, Лева, сейчас. Короче, и Рома, жди тут. Чё, Дельфа? Иди за броником, поехали за птичкой. И, Ром, давай-ка с ФД, угловного хода. А где похищение? Кого? Ну ещё Рому надо найти. Похитили два пальца. То... А вот тихо. Влад, ты можешь нам говорить, где ты, так что спокойно. Кого похитили, Дэн? Влад, Влад Томпсона. Да. Смотрите, у вас сколько бензина в вертолете? Трое человек. А где Рома? Бензин. Так, Лева, едем к якудзе едем. Они там сказали, что... К якудзе, мне скин поменять надо. А переговоры на нейтральной территории должны быть. Стойте, я КСФ подбегу. Сейчас же Ром жди, мы по ней похилиться. Вон, я бегу. Все, давайте. А вот смотри, Дим, по поводу перестрелки, а у нас же по смерти на все... Ну да. Я возьми. Диму за... Но все равно надо отвечать, если бы... Если бы и умер. Скин по-быстрому. Как бы все равно. Да. А что я там 20 слов отвечу? Сдох и все. Я одел уже. Ну, можешь просто загуглить и скопировать ответ из Google, потому что уже давным-давно ответ на этот вопрос имеется. Ю, твой выход. Только не забудь мне потом топовый скин мой дать. Знаете, кто на ФБР будет писать? Кто? Луис Хендерсон. Ну да, я тоже. Ты же все орут, что ты будешь писать на ФБР. Он, я, Майк. В смысле, кто орёт? ФБРовцы. Говорят, что ты будешь писать на ФБР. Как бы сейчас в ДК. Да похуй. Но я не успеваю написать. И что, не домогают из-за этого? Так, Лео, тебя ждем. И нормально. Это удивленный просто. Езжайте, я за вами зайца не поеду. Все, давайте едем к якудзе. Как бы надо, никто не может. Давай. Ну через мост. Пидал берем. Ну все, глушу нахуй. Да, действительно, в Гугле есть такой ответ. Ладно, помнишь, что похитили? Лёва, кинь подыхай, отпустите вертолётчики, летят за нами. Его просто убрать, и вести другой, потому что... Ну, вот, берите его и это, летите за ним. Потом на вертолётчике. У меня, я подыхал. Да, Лёва, тоже. Алло. Это лучше с улицы. Позовите на звонки. Сейчас я и тоже скину. Ааа, я уже познал, я там звонки. Кого хочешь? Кого хочешь? Нифига себе! Что происходит? А ты что, не знаю? Что, там у Яков, что ли? Там мотоциклист. Да пусть пойдет. Я спи. Идем у бара на лоб. Знаете, да, сайт ХХ? Я могу. Почему на мой возглас не зайдет? Пусть Артём идёт. Артём, ты что, дурак? Не попадёт. Ах, ты... Надо у того, у кого есть фрапс. У меня есть фрапс. У меня есть. Старший. Мы заняли позицию на горе.
Свал, не понимаю. Ты вообще знаешь, как я несколько раз на вас хотела? А кто идет на переговоры? Филипп идет. Мы видим там одну машину. Нет, вот это. Человек. У нас есть Wi-Fi. Я один человек. Я не вижу. По-моему, там... Я фракс после того. Там никого нету снаружи. Просто. Они внутри. Что? Они сказали, у бара и надо. Что это нормально? Булка полицейская стоит, вот. Это стерилизовано. Бабы запиляют. Это этажа. Они на вон ту гору. Тима. Тима. А как ты себе представляешь? Я ее должна поступить, поступить, попадать. А вы на кинь. Так, я бы на ПДХ еду. Вы что, двигаетесь там? Мы уже у бара. Ну мы тут стоим на месте. Чувак сказал, забирай. Можешь уже заходить туда. Ну Алина, кто это водил, Алла? Да нечаянно. Алла, назад отъедешь, если что, он включим свой разок, тебе того вырубит. Так нормально? Чувак. Этот, Тима, кому чё, да, во Францию? Ну да. Кто-то кидает. А там вообще в присягу просто. Да, чтобы не Декстер уехал. Декстер уедь! Он, блядь, не в Дискорде, нахуй. Ясно, меня рас... Они сейчас инфразвук будут кидать, у тебя нету костюма, алё. Зачем костюм, когда можно просто заткнуть руками уши? Это так не работает. Да, Флипа, можешь заходить перед... А, окей. Можешь начинать хапсить, как ты все снял. Или там, внутри. С Богом написал. Декстер, тебе сказали, а... Отъедь подальше, и все. Ну, отъедь подальше! Ну скажи, чтобы скажи, чтобы он уехал, Лёва. Да он сейчас... Там чисто, мне кажется, он скажет. Я хотел кого-то написать, уехал. Там какой-то чел в гражданке такой говорит, то, что там типа чисто там. Ром, ну давай. Ром. О, на это, смотрите. Направо. Плане даже. Калибр пули 72. Пули свободно. Пульс уловит любой защитный костюм. Накрепление костюма называется пикатин. Чё за... Насадка на ствол, ЭМИ-генератор. Он ЭМИ-генератор с привязкой. ЭМИ включает всё электротроник. А, типа, сейчас он всё выключил. Угу. У вас есть светошумовые? Просто мне лень. Чё-то ЭМИ активно. У меня через крик патруль они отыграют. Шашки у меня есть. Мы ходить можем? Да, но не бегать и не прыгать. А, у нас же есть защита от Эми в костюмах. Ну да. Я еду, короче. Заведете авто варн водителю. И что он хочет от нас? Это же новый скин, да? Яки похитили, да? Да, вроде. Ну, Рома, тоже смешно, да? Можно сказать ему, а где заложник? А где заложник? Отвечайте, Лёг, кто старше? Ром, отвечай. Чем ему ответить? А где заложник? Где дела? Какие дела? Где заложник? Он спрашивает, где дела? На сотрудник. Проси, где заложен, тебе же люлей дадут. Знак, ребята. Я не понимаю, что за дела он имеет в виду. Кто там приехал? Дела всех сотрудников. Это я.
Выключи машину, выключи машину. Что за бред там придумал? Какая-то пуля вырубает. Я херню какую-то пишу. Отстаньте от меня. Может, кто подойдет к нему и спросит, не? Давай ты. Почему я? Да. Дело, у тебя лучше получается. Встаем. Мы единственные мусораты. Выходим. Такие мышцы. А Томас ты... Томас такой сзади. Пацаны, Томас, ты вхапсил это? Он написал рацию, когда ими было активно. Нет. Он сейчас в рацию пишет. Он отходит... Знаешь, когда хочешь ответные переговоры, на что-то... А он кто вхапсил у нас? Аика. Он рацию написал, когда был ими активирован. Нет, ты не вхапсил. В смысле не вхапсил? Перемотай чат там то. Сейчас включил. Айка, давайте Айка. Я один пойду, а то мне сейчас. Кажется, тогда давай. Будет убегать. Ну у меня нет. Вот она была. А, вот клепули, пусть. Куда так далеко-то он, а? Кто он побежал вообще? Ну это такой типа ран. Я пишу рацию, рация премиум на НРП 1 из 3. Кто там едет? Это походу за. Я не вижу, где он в ФН написал «Едь, кумете». Пишите же. Они... Лоу, у него активное ими, но он все равно садится в тачку свою. Фрапси это, все фрапси. Это все под фрапс. Найс переговор. Он все не переписывал. Он пишет, пиши ЖБ, если крыса. Напиши, Вен, у вас активное ими, а машина едет. Им норм? Пробить. Алло, это тебе нормально? Куда они поехали? Нормально. Когда не знаешь РП. А это кто подъехал на пони? Это заложник. Заложник? Сами ездят ими и сами ездят. Вот